я не буду плакать. Но... Всем привет еще раз. Мы за этот час не продвинулись ни на вот столечко. Проблема явно с игрой, не система. Ну, у меня на Ведьмаке было. Ладно бы, если бы это было только с этой игрой. У меня на Ведьмаке та же фигня была. С очень высокой загрузкой. Ну, сейчас попробуем, я кое-что поменяла. Чтобы снизить нагрузку в эксплите в том числе. Надо копать. Мне нужно будет разбираться с этим вне стрима. Стримить на какой-то левый канал, что-то тяжелое, такое увесистое, и проверять. Это бывает весело, в этом бывает какой-то спортивный интерес, когда нужно все оптимизировать, настроить, чтобы все хорошо работало, но иногда, когда нет времени, когда для этого придется пожертвовать чем-то еще. Все, короче. Делаю житейское. Дрова все обновил. Но не уверен, тут нужно пройтись по всем устройствам. С Ведьмаком что помогло? Брание 60 FPS и настройки эксплита? Да. Но я дальше стримила на тех настройках, которые помогли с Ведьмаком. Все весистые игры. Санчес на каждом стриме воюет с настройками. Игра сама по себе багованная. Хорошо. Все. У меня все хорошо работает, эта игра такая. Все, буду брать игры на плойку. Так. Продолжаем. Еще можно написать Фомби. Вот он точно знает, что сделать. Но то, что он мне говорил в прошлый раз, нужно было текстуры понизить. Игра же только вышла. Да. Обычно Санчес на каждом стриме убивала комп игра. Ну, представляете, если она убьет видеокарту, да, или что это такое. На плойке те же проблемы с производительностью. Вот я не встречала просто те новые игры, которые выходили, которые я брала на PS4, они, в принципе... Ну, все нормально, вроде работали. Если будет лагать, погоди, чтобы прогрузился мир вокруг. Может, он первое время только лагать будет? Ну, может. О, ребята, смотрите. Вроде живем. Да? Смотрите, все нормально. О, я бегаю, все хорошо, все в порядке. Так, давайте зайдем в настройки и проверим, какие у меня там сейчас тени выставлены. Что там у нас? Средние текстуры, сглаживание какое-то из всех. И средние тени, все хорошо пойдет. Ты, конечно, когда плачешь, тебе надо плакать чаще. Я редко плачу на стримах. Обычно это очень душещипательная игра нужна. Но сегодня день такой просто. Меня разнервировали несколько раз, и я такая как бы чуть-чуть на взводе. Привет, Крайвулф. Нет, смотрите, сейчас все нормально, да? Так мне что, теперь перед стримом каждый раз комп ребутать тоже? Так, все, побежали быстро к маятнику. Вот теперь точно надо спидранить. Если я час стрима спустила в никуда, мне придется сейчас все наверстать. Включаем теперь такой киберспортивный режим. Ну как киберспортивный? Ну вы поняли, нужно очень сосредоточиться. Видео... Выпускали драйвер специально для Resident Evil? Нет, не устанавливала. Специально нет, если автоматом он не стал, то специально не лезло ничего, не устанавливала. Разнервировать Полин? Это возможно, Энигма, это возможно, я тебе уверяю. Так, и сейчас будет очень громко, поэтому быстро сейчас идем, куда-нибудь прячемся или возвращаемся в комнату. Живем вроде, так все отлично стало, народ, ну значит проблема не с игрой.
Значит, проблема была какая-то у меня, и я даже не знаю, это хорошие новости или плохие. Скачаем, фиксит FPS и фрезы. Голову забыла? Ё-моё, голову не взяла. Вот тебе киберспортивный режим. Только рэп не читаю. Ну я сейчас приду, и он меня тут такой ждет. Привет. Нет? Да, видите? А голова не нужна. А голову ты дома не забыла? По-моему, у каждого была учительница, которая так говорила. Прям вот у каждого в детстве должна была быть такая учительница. Я не знаю, есть среди вас такие, у кого не было такой учительницы? Слай, привет, здравствуй. Голову взяла, дневник забыла. Он там сейчас за мной пойдет. А, я же голову должна поставить, ё-моё, пока он еще не пришел в эту комнату. Еще одну голову ставим, идем, сохраняемся. Я не собираюсь это все еще раз повторять. Две головы. Там что, еще туловище? Нет, туловище есть. Там наверху двери открылись, да? Надеюсь, что нет. Все. Меня никто не видел, никто не видел. Хорошо. Все, сохраняемся, идем в подвал. План такой. Я, видите, я очень быстро. Очень быстро все делал. Можем даже двери не закрывать, быстро сохраняемся. Где тут моя сохранялка? И в подвал. Новое сохранение. Будем считать, что это фартовое. Меня нормально слышно? Кстати. Хорошо. Спасибо. Как будто есть какое-то методическое пособие для учителей, и там эта фраза позиционируется как ключевая, мне кажется, да. Есть, по-моему, еще несколько таких фразочек. Я просто сейчас навскидку их вспомнить не могу, но они точно есть. Слышу ваш хорошо. Пш-пш. Спасибо, Старк. Спасибо. Пш-пш. Вас поняла. Сейчас трэш начнется. Кто-то помнит, где вход в ту комнату? Наверное, мне нужно открывать карту. Вот я, вот секционная. Там что-то стукнуло. А где вход в секционную? Я ключ со змеей не взяла, или у меня не было ключа со змеей? Мне через котельную нужно, я уже прошла ту дверь, что мне нужно. Народ, у меня был только ключ со скорпионом, со змеей не было, да? Кто помнит? Куда я иду? Где эта дверь? Подождите, так. Вот я. Вот дверь. Вообще с другой стороны, справа от меня. Вот тут где-то. Вот. Вот этот проход. Да, ну что, сейчас начнется. Со змеей тебя нет. Разминаться не забывай. Нигма уже... Что это стукнуло? Почему? Это я, что ли, что-то здесь уронила? Не было змеи, хорошо. Тематичка, когда сильно тупили на сложных материалах, называла «пни с глазами». Я вам тоже рекомендую, не засиживайтесь, что-нибудь делайте. Наклон раз, два, начинай раз, два, я потом вставать начну ходить, я серьезно говорю. Я не хочу, чтобы у меня все болело опять, у меня только все прошло, ну реально лучше намного стало, я могу наклоняться, я вообще себя живой теперь чувствую. Так. Я теперь не буду сидеть по три часа вообще, все. Так, я себе дверь оставила открытой, мне скоро убегать. Мне говорили, что дробовик работает хорошо против этих тварей. Мы сейчас это проверим. Я знаю, что они здесь за углом. Я не испугаюсь. Я не испугаюсь. Они вот тут в котельной. Их там очень много. И даже если я всех поубиваю, они все равно встанут. Все, я к этому готова. Мы будем сейчас бежать. Есть хорошее упражнение. Я не испугаюсь. Почему я лечу? Я же должна стрелять.
Я ждала его из другой комнаты. Сейчас, почему он не стреляет? Зарядить один патрончик? Выстрелить? Да вы шутите? Вы шутите, наверное. Это как вообще? Я потратила все аптечки с перепугу, потому что не ту кнопку нажимаю. Где он там? О, зато их за раз как бы... Нет, не за раз. Это ненадолго. А если в голову, а у меня патронов нет? А, то есть у меня совсем нет патронов? У меня было всего 2 патрона. Я такая храбрая, пришла сюда с дробовиком и решила, что больше у меня не будет никаких проблем. Но у меня было только 2 патрона. А я молодец. Давайте мы этот момент будем, наверное, переигрывать, потому что что-то... Патронов-то больше нет. Нет патронов. Раз живу, себя чувствую, что го в перерывах мешки разгружать. Блок, не забываю, он жестокий. На какую он кнопку? RT, но... Это не R1 и не R2, это... Я нажимаю стик, ребята, давайте определимся, как блок делать. Это провал, прикладом его. До спидрана патроны не нужны, но... То есть я могу их не убивать вообще, я могу исключительно бегать. А где пистолет? Ой, да кому он нужен? Там 10 раз нужно выстреливать пистолетом, чтобы одного из них ненадолго уложить. Патроны у тебя в сундуке. Хватит играть на убогом геймпаде. Слушай, архидемон, если у меня сейчас еще несколько раз не получится, я могу... Хоп-хоп, и перейти на клавомышку, чтобы пройти это сложное место. Фроска сказала, что она здесь именно на клавомышке проходила. Поэтому мы сейчас его обдурим. Иди за мной. Как-то надо его так запутать здесь кругами. Почему он за мной не идет? Блин, я же хотела его перехитрить. Но здесь очень умные мобы. Я могу попугать его прикладом, нет? Блок. Нет, это не блок, это... Вот блок, вот. Все, я нашла блок, смотрите. Оп, нормально. Ножик у меня был, но... Где нож делся? Стоп, я что, нож выложила и все? Короче, будем считать, что когда я сделала блок, я его отпихнула. Пока он за мной доплетется, мы уже успеем здесь пробежать. О, травка! И вообще можно за собой двери закрыть, точно! Идеально. Я дверь закрыла. Блин, а тут они за мной сейчас придут. О, вот и. И вот еще один. Ладно, все, я пошла. Короче, мне вообще в соседнюю комнату. Я вас не трогаю. Почему двери нет? Это что такое? Почему она не открывается? Там что, заперто? Поиграно. Да должна же... А, мне ключ, наверное, нужен. Точно ключ же секционный. Они меня еще не убили. А сейчас? О, заходим, закрываем за собой двери. Закрываем двери. Не толпимся, не толпимся. Да двери закрой. О, живем. На сопельке. Заперто, подумал, штирлиц. Ника специально все выложила, чтобы не было соблазна перестреливаться с спидранем. Со спидранина. Мне надо еще чаечка. Вжух. Ну что, на это молодец. Такое у нас было печальное начало стрима, и какое в итоге бодренькое продолжение. Главное не сбавлять темп. Где я? Это и есть эта секционная? Где здесь должна быть еще одна голова? Она так что, просто лежит? I was gonna be your father. Блин. Он меня не видел, да? Он меня не видел. No. Там кто-то... Это тот негр, который приходил за нами, да? Полицейский? You, my friend, черненький. Will help me.
Он ее забрал. Это что значит, что придется с ним по-любому сражаться, чтобы эту голову забрать? Мне бы патрончики. О, гильза для дробовика. Хорошо, хорошо. Взять дробовик. А как его взять в руки? Подождите, что-то я не поняла, как его взять. А, вот. А это снять. Нет, снять не выходит. Ладно, я не знаю, как я это сделала. Смотрите, я даже успокоилась, чуть-чуть помолчала. И... мы пытались с ним договориться. О, смотрите, еще шалфейчик. Так, у меня прям куча всего, но мне кажется, нет эпоксидки, чтобы сделать из этого аптечки. Все аптечки я просто, в общем, профукала. Да. Заряди, это будет казус. Точно. Точно. Они по одному вставляются? А, нет, по четыре. Хорошо, ладно. О, где я? Мы в этой комнате с вами еще не были. Но я, наверное, прикрою дверь, а то мало ли кто там за мной пойдет и за спиной меня схватит. Они здесь разделывают все это. Блин, мне это очень напоминает момент в Воришке, там, где приходишь на такую старую фабрику. А, вот эта комната, где он только что был. Раз он здесь был и ушел отсюда, то его теперь здесь нет. Значит, можно спокойно зайти и осмотреться. Только прикроем за собой двери. О, обыскать его, да? Бедный помощник шерифа. Так, никто не идет. Нет, никто не идет. Я слышу какие-то звуки, но... это эпоксидка у меня или что? Я сначала беру, а потом думаю, что взяла. Да, да. Сейчас аптечку сделаем. Ну, может, это не такой уж плохой трай. Да, аптечки я, конечно, там потратила. Но в итоге-то нашла. Где-то потеряешь, где-то найдешь. Аптечки для казуалов. Ну вот, только я аптечку скрафтила. Еще что-то рядом с эпоксидкой. Сейчас посмотрим. По-моему, там только светильник. Да нет, это просто светильник. Я больше ничего не могу взять. Совершенно точно нет. Эпоксид мне почему-то все время напоминает йогурт. Да. Но мне тоже напоминает что-то другое, не эпоксидка. Пакет, не знаю, с чем, но... что-то такое просто бытовое. А куда он пошел? Я сейчас в самый неподходящий момент на него напарюсь, как обычно. Мне, говорю, нужен контрольный в голову. Не, ну я не стану сейчас тратить. О! Это не может быть так просто. В чем подвох? А вот в чем подвох. А у меня есть дробаш, так себе. Блин, даже прицелиться не получается. Он же сейчас прыгнет прямо на меня, ну? Ладно, у меня еще две попытки. Сколько раз нужно попасть? О, так, все хорошо, теперь убегаем. Что там лежит? Я что-то взять хотела, но не вышло, блин. Там что-то полезное было. Я не смогла это поднять. Потому что я что? Потому что я лопух. Я в закрытой комнате сниму. Засов, хорошо. Нужно что-то помощнее. А, вот бензопила, да, вот это она подалась точно. Взять я ее не смогла почему-то. Ой, зарядиться нужно, зарядиться же. А блок ставить против бензопилы вообще как нормально? Раз. Два.
И, по-моему, все. Да, это все. Кажется. Можно попытаться три, но, по-моему, я уже без всего, да. Не теряй голову. Я без головы осталась, да? Хилься. Я ее взять не смогла. Я вроде бы видела, она подсвечивалась, но почему-то не смогла ее взять. Чё-то дядя расстроился от выстрела в голову. Кстати, хорошо, что здесь был какой-то автосейв, да? Ведь другого сохранения у меня не было. Короче, плевать, двери можно не закрывать, как я поняла. Вот насчет собачки, не знаю, стоит ли мне прямо сейчас ее брать. А другого выхода, похоже, нет. Мы в любом случае будем сидеть на этом моменте. Так она же за решеткой была. Бензопила была за решеткой. Я поэтому ее взять не смогла. Опа. Так, аптечку все равно крафтим. Больше ничего полезного здесь вроде бы нет. Есть одна аптечка. О, ну что. Это первый босс в игре, если что. Прям босс. Плохо, потому что у меня нет хорошего плана, что с ним делать. А если он... Что я делаю? Зачем я ногой выпинаю? Я не думала, что... Ну, что все будет так. Честно, я не собиралась. Если он приходит только когда я беру эту собачку, давайте мы попробуем для начала спуститься и посмотреть, что здесь. Вот тут я еще не бывала. А, здесь нужен ключ со змеей. У меня его нет. Порох. Какая-то там... Какая-то напильничка. Нет, не напильничка. Как это называется? Пилочка такая. Куча, куча пакетов с потрошками. Привет, аристократ. Ножовка лобзик. Лобзик, точно, точно. Точно, это ручной лобзик. Да все, я все осмотрела. Ну что я тяну? Тут очень плохо, что во время кат-сцены я ничего не могу сделать. То есть я, ну, я практически парализована. И просто в ужасе жду, когда мне сейчас придется быстро реагировать. Так, дробовик заряжен. Все, нечего тянуть, мы же спидраним, поэтому... Сейчас надо очень внимательно смотреть, в какой момент у него там выпадает эта штука. Для начала отбегаем. Отбегаем, 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 отбегаем. Не даем ему по мне попасть. Он ходит с этим топором. А, бензопила вон там, все, поняла теперь. А как же это дело открыть? Да, я не могу ее вытащить. А как он? Он проламывает топором это? Я пытаюсь убежать, но что-то я медленно так бегаю. А мы с ним такие ходим, 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 вроде, ну... Бумс. Смотрите, он пошатнулся. Так, это работает. Раз. И два. Прицелись. Все, блин, следующий трай. Я беру его мышку. Увидите. Три. И последненький. Четыре. Где топор лежит? Он же где-то здесь его выронил. Ну, где он? Ну, серьезно, я его не вижу. Куда он его дел? Он что, разлетелся? Я все патроны потратила. О, бумс, мне понравилось это делать. Да, есть чуть-чуть времени. По-моему, он заблокировал мой выстрел. Очень нехорошо получилось, потому что у меня всего патронов очень... У него типа ножницы, короче. Это пила ножницы? Что такое вообще бывает? Еще один раз, и я такого, ну, больше не выдержу. Я могу подлечиться, конечно, но... У меня остался один патрон. Все очень плохо. Если я сейчас не попаду в голову, будет совсем печально. Ну, как бы все. У меня патронов больше нет. А какой по нему урон наносят эти штуки? Я не знаю, не могут его вообще с ног свалить, интересно.
Или выхватить у него из рук ее можно, когда он спиной стоит? Давайте попробуем. У меня как бы... А, есть же еще одна! Есть еще одна! Торчит из чувака. А сколько у него здесь? Слушайте, там еще одна торчит. Мы сейчас за ней пойдем. Я не додумала туда посмотреть. Я решила, что он по-любому ее достал, и все. Так, выпила. Я тоже могу что-то делать, правильно? Покромсать его там. Почему он не работает? У меня поломанная бензопила, у него нормальная. О, вот, атакуем, атакуем. Почему у меня плохо получается? Ну, он мужик, наверное, тот, ну, привыкший. Эр, тебе атаковать завела? Почему оно не крутится? Ну, что такое? Это не заводит. А, подождите, только что что-то... О, нормально, нормально, так, режем, режем, режем. Где он? Я его потеряла. А, вот, вот, хорошо. Ну, блин, у него все равно будет лучше, чем у меня. Ее что, опять надо заводить? О, отлично, отлично, отлично. И вот еще, да, ножки, ножки, и там тогда будет пол. А, давайте дверь откроем. Что-то не открывается. Ух, нифига ж себе, клёвый! Что удерживаете, чтобы сделать выпад? По-моему, все, все, все. Нет, не все. Да ну что такое? Смотрите, он полностью восстановился. Здесь у меня бензин не закончился. Подождите, что-то пошло не так. Какой трешак! Что там есть ящики с патронами? Может, лучше дробовиком? Да, что-то как-то... ХП закончит. Я вообще не понимаю, что я делала. Во-первых, давайте думать, где у меня РТ и где у меня ЛТ. Они мне это подписывают как для вот такого, для Xbox-овского контроллера. А здесь это нижние клавиши. Вот, здесь это нижние. По-моему. Да, да, нижние. То есть они же мне подписывают не так, как в DualShock'е называются. Поэтому я путаюсь и не могу понять, чего они от меня хотят. А, подождите, я же решила... Это я перешла так на мышку. Чё-то я бы не сказала, что сильно удобнее. Быстренько накидайте мне основные эти штуки по управлению. Так, ну вот подобрать, я уже поняла, присесть Alt или Ctrl, наверное, нет. Пробел? Нет. А как же присесть? Так, это прицел, это стрелять, это понятно. А вот присесть... Так, 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 теперь нужно зайти в инвентарь, это где-нибудь на таб, да. О, спасибо. Берем, чик, чик, чик. Аптечку сделали, эскейп, вот, хорошо, так, ну чуть-чуть клавомышь, ну будем попробуем, что-то мне кажется, что лучше не будет. Ты так играешь, как будто ни разу на день не пилил. Ну тут придется привыкать к другому управлению, все не так просто. Настройки управления почитать, да? Ну, это же долго, мне чатик быстро хоп-хоп накидал, и мы времени не теряем. А зачем я сейчас это делаю? Мы должны пойти пилу достать, правильно? Как бежать? Зажимаю Shift, да? И тогда бегаю. Да, с Shift'ом. А полечиться? А плевать, уже никто не лечится. Знаете что, по-моему, мы сейчас еще одну концовочку увидим. О,
Thor, you are nothing. Just a man without a thing. Подумала посмотреть, как хилиться надо было. Все. Нет, не легче будет сейчас на клавомышке, поэтому продолжаем страдать. Полин когда-нибудь проходила XCOM? Нет, никогда не проходила. Вот они, консольщики, чуть припрят... Так нет, нет, я, видишь, я попробовала и поняла, что это вообще... Ничуть мне не легче будет, потому что я уже немножечко все-таки привыкла к такому управлению. Сейчас перестраиваться на другое тоже тяжело. Я хоть уже знаю, как что, какими кнопками использовать. Прицеливаться сложно. И я до конца не поняла взаимодействие с бензопилой. Честно, оно очень странное. И я не знаю, что именно мне с ним нужно сделать. То есть я не поняла, могу ли я разрубить двери бензопилой, или мне нужно конкретно его эти ножницы у него брать. То есть, типа, чтобы он упал, схватить его ножницы и ими как-то там прикусывать. Похоже, он пока без топора не останется, он не пойдет открывать эту клетку. Ладно, я передумала. Идем, идем, идем. Чем не торопится меня убивать, я не знаю. Это такой сначала очень мирный, да, пока я не начинаю бить с дробовика, он очень такой размеренно себе ходит, топориком размахивает. Кстати, вон та коробка реально, которую можно сломать и добыть, скорее всего, боеприпасы еще. Ну, я же, это нужно взять нож, разбить коробку. Сложно. Что, серьезно? Прям вот так сразу ты меня поймал? Ну, все тогда.